Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня, друзья, у меня на обзоре новый букс. Называется, такое у него название. Мой комос какой-то. Где мы будем абсолютно без вложений на просмотре сайтов зарабатывать биткоин Сатоши. И после чего, как наберем минималку, будем выводить. То есть это букс. Так, это домашняя страничка. Здесь последние выводы, последние депозиты. Так как здесь можно рекламить свои проекты. А, соответственно, чтобы рекламить, нужно делать депозит. Люди закидывают и дают рекламку. Значит, регистрация здесь наипростейшая. Здесь сейчас покажу. Видите, ничего очень плохо видно. Логин первый. Здесь email, пароль. Разгадывайте капчу. Я уже зарегистрирована. Я сегодня зарегистрировалась и немножко рекламу просмотрела, чтобы оставила там одну рекламку, чтобы вам показать. И вход по имейлу и паролю. И авторизуемся. Я не так. Господи, что я сделала? Подождите. Нажала не туда, куда надо. Логин. Я нажала себе на уп. Значит, и у меня на балансе здесь мой баланс 42 биткоин Сатоши. Значит, домашняя страничка, здесь наша статистика, сколько у меня просмотров, 15 просмотров, значит, ссылок всего, я оставила одну рекламку, 16 рекламок, так как я одну оставила для видео, 15 я просмотрела, и за 15 рекламок мне начислили 42 сатохи. Нормально, я считаю. Значит, смотрите. Ячейки, скажем так. Я их не рассматриваю. Если хотите, переведите на русский язык. Можете ознакомиться. Понравится, работаете. Нет, значит, нет. Так как это букс, я работаю здесь абсолютно без вложений. Но при необходимости, конечно, рекламку давать можно. Но сюда я вкладывать ничего не буду. Это купить статус. Сами, значит, это все просмотрите. Значит, вкладочка «Вывод». У нас и вкладочка депозит. Депозит это для рекламодателей. Если вы даете рекламку, вы пополняете рекламный баланс, делаете депозит и создаете рекламу. Вкладочка вывод. Давайте на вывод посмотрим. Минималка, я считаю, не завышен. Вывод доступен на Pair, на Perfect Money и на Faucet Pay. Значит, на Pair и Faucet Pay минималка на вывод 400 биткоин Сатоши. Я считаю, что это не так уж и много. Видим минимум 400 биткоин Сатошиков. Когда будет вывод, естественно, я запишу видео по выводу монет. Выводу или на Pair, или на Faucet Pay. Там посмотрим. Значит, домашнюю страничку я вам показала. Есть майнинг пул.
Это у нас что? Давайте переведем. Пополняйте баланс и получайте ежедневные проценты от 1 до 5%. Как только вы пополните свой депозитный баланс минимум от на 32 860 сатош, ваш основной баланс начнет увеличиваться каждую секунду. Это по желанию. Далее. Платная рекламка. То есть просмотр. Нет ссылок. Видите, я одну оставила, и у меня убрали. Здесь все, друзья, предельно просто. Он похож вот точь-в-точь, как вот этот Next Faucet. Я вам показывала, как здесь просматривать. Вы кликаете. Вот точь-в-точь рекламка. Также идет таймер. Все, ни капчи, ничего, все, зачет. Вкладочку закрываете. Это вот, вот я вот думаю, что вот этот букс, он от этого же админа. А нет, я не это чисто мои предположения. Далее, проблемы тут. Ну, это вот такой корявый переводчик. Так, Pay-to-click. Это выполнять задание. Видим, нужно просмотреть, сколько там реклам, и можно получить бонус. Короткие ссылки, сделать депозит также, получить бонус. Опять вот, ну, чисто так, депозит, да, видим, депозит. Тут уже рефералы как бы идут. И можно получить бонус. Так, далее что у нас? Короткие ссылки. Кто умеет и любит просматривать, работать вот на коротких ссылках, можно, пожалуйста, работать от 7 до 4 сатош. Так, далее. Ежедневный бонус. Ну, здесь как бы пишет такое. Инструкция. Так, платят вам за просмотр реклам, поэтому создавать более одной учетной записи строго запрещено. При обнаружении, естественно, заблокируют, ну и все такое. Важно понимать, что сайт не генерирует деньги из ниоткуда. Модель оплаты исполнителей системы построена таким образом, что пользователи с дорогими статусами получают повышенную оплату через пользователей со статусом рабочий. Ну, в общем, это все прочитывайте. Больше не показывать. Давайте получим бонус. Ну, здесь по 1-2 сатохи. Вот мой логин, и мне дали 1 биткоин сатоши. Далее, депозит, как я сказала, эту. Если вы что-то хотите, статус покупать, давать рекламу. Pair, Faucet Pay. Вывод я вам показала. Pair, Perfect, Faucet Pay. Автореферал. Если хотите купить, покупайте. Кто-то покупает. Так, автореферал. Далее идет... реферальная ссылочка, вот она. И промо-материалы. Если вам надо. Так. И рекламку. Это для рекламодателей. Сюда название, реферальная ссылочка, все просто. И как бы, что у нас здесь? 3 сатоши, как бы, один клик. Если что-то хотите добавить, тут уже будет 4 сатоши. Сколько? Раз 24 часа или раз 12 часов. Это уже по желанию. Это все нужно пополнить баланс депозитный. Загружайте и кликайте добавить. Так. Ну, а здесь будет отображаться ваша рекламка. Я ничего не добавляла. Далее настройки. Здесь можно прописать Pair.
и сохранить, и изменить пароль. Вот как-то так. Ну и выход, соответственно. Вот такой вот букс. Значит, рекламки, если вовремя не просмотреть, улетят. Поток клик. Нет, ну да ладно. Ну, как-то так. Я думаю, тот, что он платит. Кому интересно, друзья, работайте, зарабатывайте. Но не интересно, друзья, пройдите мимо. Наберу 400 сатош. Естественно, я проверю на вывод и запишу видео по выводу. А вот этот Next Faucet, друзья, вчера я сделала вывод. Видео я по выводу не писала. Это мой второй вывод с этого букса. Так, сейчас покажу. Первый вывод. Вот поэтому я писала видеообзор. 21 цент я выводила. И вчера я вывела $1.10. Вот 9.07. И мне, кстати, заплатил инстантом. Первый вывод меня ждала. Видно, проверяли. А второй вывод, и вот я вчера, мне инстантом сразу. Не было никаких ожиданий, ничего. Вот. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.